В последнее время в Каспийске участились обращения граждан в администрацию города с жалобами на крупный рогатый скот, свободно разгуливающий по городу. Проблема эта на самом деле более серьезная, чем кажется на первый взгляд. Бесхозные коровы, вальяжно разгуливающие по городским улицам, нередко становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, парнокопытные животные пугают детей, а родители переживают за их безопасность. Безнадзорные животные создают неудобства коммунальным службам города, разбрасывая мусор и переворачивая баки. В целом, это также ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе. Как сообщает руководство «Зеленого города», если ситуация по данному вопросу ухудшится, с бесхозным рогатым скотом будут поступать так же, как с бродячими собаками. То есть коровы будут отлавливаться и доставляться в махачкалинский питомник, с которым у «Зеленого города» заключен контракт. Уважаемые жители города Каспийска, убедительная просьба не выгонять скот в город. Это не пастбище. Мы заключили договор с муп-питомцем. Вот они будут забирать ваш скот в город Махачкалу. И вам будет затруднительно оттуда их обратно привозить. Большая просьба держать свой скот в привязи или выгуливать их в специальные места, где отведенные для выгула. Уважаемые жители города Каспийска, которые держат в своих домах крупный рогатый скот, убедительная просьба: не выпускайте ваших животных пастись в город. Поймите, что последствия могут быть непредсказуемые. Отвечать за них придется вам по всей строгости закона.